крае стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады по 21 предмету. По некоторым из них уже известны имена лучших. Так, Сергей Васильченко, учащийся лицея номер один, оказался среди призеров Олимпиады по физике. Фундаментальные константы – система единиц механика. Кому-то может показаться слишком сложно, но только не для Сергея Васильченко. Он в четвертый раз попадает в список призеров регионального этапа Олимпиады по физике. Этот предмет парень полюбил сразу же, как только познакомился с ним в пятом классе. Когда у них началась физика еще в ознакомительном плане, он уже проявил интерес к этому предмету и с удовольствием участвовал во всех конкурсах, всегда с удовольствием готовился к уроку. Рассматривали с ним и простые случаи, и сложные. Готовиться к Олимпиаде Наталья, конечно, помогала, но считает, что победа ученика – это полностью его заслуга. Конечно, успехи значительные. Это благодаря его упорству, труду, ну и, конечно, способностям. По словам Сережи, на региональном этапе Олимпиады задания попадались разные, как простые, так и сложные. Знаток физики – немногословный молодой человек, но нам он рассказал о самом интересном олимпиадном задании, которое ему запомнилось. Нужно было рассчитать, насколько возможен вывоз мусора в точке Лагранжа. Реально ли это? Для обычного человека текст задания звучит как набор случайных слов, а для нашего героя тут все понятно. Точки Лагранжа – это области в системе двух космических тел с большой массой. Третье тело с небольшой массой, попадающее в эти точки, может быть долгое время неподвижным. То есть задание заключалось в том, чтобы вывести формулу и провести анализ, с чем славянский школьник и справился. И таких заданий каждый год в Олимпиадах достаточно. Сергей в этом году оканчивает школу и собирается поступать в Питерский университет по специальности программист. Поэтому и результаты Олимпиад могут сказаться на проходном балле в ВУЗ. Вскоре ему предстоит поучаствовать в Олимпиаде по информатике. Этот результат будет обязательно засчитан при поступлении. Поэтому Сергей сейчас усердно готовится. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».